Здравствуйте. Можете подержать в руках? Илина просит подержать макет эмбриона, чтобы будущая мама поняла, что у нее под сердцем уже появилась новая жизнь. Женщины бывают и замужние, и незамужние, и с детьми, и без. И у тех, у кого были в анамнезе аборты, у тех, кого это первый аборт. И мы стараемся, в общем-то, помочь женщине разобраться, в чем корень проблемы. То есть проблема – это не аборт, и аборт – это не выход. Медики, в свою очередь, также высказываются не в пользу прерывания беременности. Это только при угрозе именно жизни матери с очень серьезными диагнозами. Во всех остальных случаях беременность должна быть пролонгирована, и ребенок должен быть рожден. Психологи рассказывают, что очень многим пришедшим сюда женщинам не хватает элементарной поддержки близких. За все время работы кабинета за этими дверьми не было ни одного мужчины. Психологи советуют сильному полу все-таки не самоустраняться и не оставлять женщин наедине с такими сложными проблемами. Александр Третьяков, Максим Зуйков, эфир 24.